Право установить звезду на подъезде Елены Захаровны Прокопения, которая была связной в партизанском отряде «Смерть фашизму», воевавшему на территории Смоленской области и Белоруссии, было предоставлено ветерану боевых действий в Северокавказском федеральном округе Алексею Лахову. Хочу выразить глубокую благодарность ветеранам войны за их доблестную службу, за то, что в период тяжелой агрессии на нашу родину они выстояли, не сломались перед врагом. В 21-м доме 2-го микрорайона живет наш земляк, уроженец деревни Самолюбовка Рославского района Смоленской области, сержант Василий Кириллович Куликов. В годы оккупации он сражался с фашистами за свободу родины в партизанском отряде имени Сергея Лазо. Звезду над подъездом героя установил председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда, ветеран войны в Афганистане Игорь Журавлев. Я где-то даже, наверное, горд, потому что я преемник того, что сделали фронтовики. Я не защищал Родину, я выполнял приказ государства в Афганистане, и я знаю, чего стоит солдатская работа. И так, если по-честному, если на моем подъезде когда-нибудь лет через 20 установят, я буду счастлив, честное слово. Я думаю, такие же чувства испытывает Василий Кириллович. Проект «Дом со звездой» по установке красных звезд символа Красной Армии на домах, где проживают участники той кровопролитной войны, это возможность выразить уважение перед их подвигом и сохранить память о героях для следующих поколений.